Северная Корея заявила о разрыве линии экстренной телефонной связи между Сеулом и Пхеньяном. В начале марта руководство КНДР уже выступало с подобным заявлением, но до сих пор линия продолжала работать. Кроме того, власти страны сообщили, что армия приведена в боевую готовность для возможного нанесения ядерного ракетного удара по Соединенным Штатам Америки. В моем сердце пылает стремление к возмездию. Подобные провокации больше недопустимы. Я готов отправиться на эту великую войну справедливости, чтобы превратить США в пепелище. Они оскорбили наше высшее руководство. Они хотят разрушить статую наших великих лидеров и нанести психологический удар по народу КНДР. Действия Северной Кореи стали ответом на начавшиеся 1 марта совместные учения США и Южной Кореи. В их ходе американские бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, несколько раз пролетели над корейским полуостровом. В феврале КНДР провела успешное испытание ядерного оружия, после чего Совбез ООН принял в отношении этой страны новые санкции.